Фрэнк, что ты здесь делаешь? Друг мой, ты нужен мне. Они идут. Я чувствую. Слушай, я уже на пенсии, я счастлив. Мы счастливы. Ты не убивал уже несколько месяцев. И это хорошо. Если хочешь, бери ее с собой. Я не возьму ее с собой. Куда не возьмешь? Этим летом. Да? Секретная разведывательная служба поручила мне убить тебя. Очевидно, ты номер один в списке Интерпола. И что ты им ответила? Наслаждайтесь жизнью, пока можете. Бывших агентов ЦРУ не бывает. Пожалуйста, скажи, что у тебя припасен динамит в кармане. Он для особых случаев. Ну, по-моему, это как раз особый случай. Брюс Уиллис, Джон Малкович, Мэри Луис Паркер, Кэтрин Зета-Джонс, Лиган Хонт. При участии обладателей премии «Оскар» Энтони Хопкинса и Хелен Миррен. Здравствуй, Фрэнк. Я скучала. Как дела? Да, Фрэнк, как дела? Рэд 2. Там что, человек в багажнике? Ага. Режиссер Дин Паризо, автор сценария Эрих и Джон Хобер. В кинотеатрах со 2 августа.